sorry, tell him. What is the last? And then there is no time to do anything bad. Yeah. So he are telling, then what can I do? Our mind. Here he is telling Vishwanath telling, who is the Nirguna Vastu, you know? Who is the Nirguna meaning? Is the beard of this material one mode. You know, you can do your all action, your all activities you can do there. You know, is the Nirguna Vastu. Meaning he is the Krishna and Krishna Bhakti, Bhakti, Bhakta Bhagavan. You three things, your all this asset, your mind, you get there and Bhakti, then you can bind this material world. Who said Bhaktisiddhanta Sarasvati? Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada говорит, чем полезным нужно занимать свой ум? Тем, что не является материальным. Что не является материальным? Божества, Кришна в той или иной форме. Процесс бхакти, служение этому нематериальному. И те, кто этим занимается, тоже имеют нематериальную природу. Если мы свой ум направим на служение Кришны, на служение преданным, то тем самым будет уходить наша карма вообще, все материальное, постепенно. Сотлин прасангам маджарам пасам аптанам кабайо биду Сайва садху сукрита макшадарма пабрита. Самое главное в нашей жизни — это общение, кого мы выбираем в качестве своих друзей. Все шастры, все мудрецы говорят, что садху, 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 шастры, гой. Они говорят, что из общения служатся наши привязанности. И в зависимости от того, кому мы будем в привязанности, то в конечном итоге мы получим. Если мы выбираем в качестве друзей преданных, которые сами стремятся к совершенству, то у нас разовьются и подобные качества, и мы получим освобождение в привязанности с ними. А если мы направляем, выбираем в качестве своих друзей мирские объекты или мирских людей, то наш ум привяжется к ним, и мы не сможем получить освобождение. Yeah, now coming question, why they are all scripture telling you that you are associates of sadhu sangha and your, you know, your asakti, you know, attachment with the sadhu sangha, telling why they are telling the sadhu sangha. So they are telling, you know, this Narad, Vyasadeva, when he is writing all scripture, he is not any satisfied. Narad appeared there and tell this whole realization he told to this Vyasadeva. Well, oh Vyasadeva, you know, when I am only 5-year-old age, that time I attend this bhakti. Well, how I attend this bhakti? Well, one visit, this is the associates of this sadhu sangha, only sadhu sangha. How some sadhus came, my mother very poor, and he saw making nice prasad for sadhu. My mother think he had to subserve sadhu. Then I also got some prasad. My son also got some prasad. This way, my mother doing some sadhu seva. I also doing some sadhu seva. And associates of sadhu, I am very quickly attend this bhakti. Что говорить о нас? Даже сам Шри Двападьяна Веда Вьяса был, испытывал неудовлетворение и обрел его только в результате общения саду-санги, общения с саду. Его учителем является Нарада Муни. И когда Вьясадев вроде сделал как все необходимое для того, чтобы стать счастливым и получить удовлетворение, он его не испытывал. Тогда появляется его учитель, которого зовут Нарада, Нарада Муни. И тот, видя состояние своего ученика, рассказывает ему о своей жизни, о том, как он сам лично добился освобождения и бхакти, и премы. И стал рассказывать, вроде как совершенно простой жизни. Он родился сыном служанки, даже не знал своего отца. И однажды к ним пришли 4 мудреца. Ну и мать, соответственно, служила им. И тогда я, как ее маленький сын, тоже служил им. Та же, как и моя мать. И он привязался к ним, он все время сидел с ними рядом, слушал, о чем они говорят. И однажды ему досталось
он попросил пищи с их тарелки. И вот Нарада говорит, когда он съел кусочек пищи с их тарелки, вот тогда сразу вдруг у него вдруг изменилось восприятие мира и проснулась сильная тяга к трансцендентному и духовному после того, когда он попробовал с тарелки. И благодаря этому он получил мантру от этих четырех мудрецов. И в результате погружения в эту мантру, пройдя этот процесс, он и получил освобождение. Он оставил это материальное тело и получил тело совершенно другой природы, трансцендентное тело, которое не подвластно времени и пространству. Yes, you know, they are telling, so telling the sadhu sangha is very powerful, you know. One is the theoretical, one is practical, yeah. When to associate of sadhu, you can practically consult this thing, you know. When Narada associates of sadhu, they are sadhu, you know. They are khyanti, abhyartha, kalata, virakti, manu, sunyata. They are really nine symptoms of the sadhu. I saw this, all nine symptoms of the sadhus, you know, practical root. How they are wake up early morning and chanting their tuktilak, ani, bhajar, you know, khyanti, abhyartha, kalatam, virakti, manu, sunyata, asa, bandha, samadh, kantha, kali, nilti, hati, you know, mini. They saw direct to them. And somebody, this is practical. When sa easily the bhakti is the coming. Why? This is the association, main thing. If you are trying associate sadhu, they are always kirtan, dubhajan, nothing telling in mandan, talking, always chanting, holy. Then what happens? Easily, you know, easily our heart is the coming. This bhakti, easily, this is. Почему же так важно именно общение саду? Потому что нам непременно нужен живой пример того, кто уже достиг этого. Тогда из теоретического знания это может принять форму практического знания. Тогда это можно действительно применить в своей жизни. Без живого общения с садом невозможно получить плода из теории, из теоретического знания об этом. И вот тут Нарада, когда увидел этих четырех мудрецов, они-то как раз были живыми представителями освобожденных личностей. Он увидел у них все симптомы освобожденных личностей, о том, что они совершенно были свободны от материального, как Шарупа Госвами описывает в своем стихе Асабанда Кшанти Равятма Калата Асабанда Манья Шунята. Там в этих симптомах описано: такой человек, у освобожденной личности, у него есть 9 симптомов. Первый симптом – он абсолютно уравновешен, абсолютно спокоен. Ничего мирское не может его вывести из себя. Кшанта Вятнакапа. Он дрожит каждой секундой своего времени. Он прекрасно знает ценность своего времени. И поэтому эти саду, который увидел Нарада, он увидел, что они все свое время заняты баджаном. У них нет материальных привязанностей, манья шуньята, у них нет и тени гордости за то или иное, ни за положение, ни за знания, они абсолютно простые. Он увидел о том, что они аша банда, у них привязанность к Господу, привязанность к процессе, к дхаме Господа. И когда перед Нарадой был такой живой пример, вот тогда именно поэтому ты послушал тому, что он сам смог этого добиться. Если бы он не встретил этих четырех мудрецов, у него бы этого не получилось. Yeah. So she said, telling the now he telling or necessary ikan, you know, asati, you know, your asati attachment to sadhu. Now this mother telling, oh Lord, you telling, oh my son, you telling the only you are attached with this sadhu, but necessary is some sadhu, some symptom also. What is the sadhu symptom? Can you speak me? What is the symptom of sadhu? Итак, Капила Дев в своей беседе с матерью говорит: мама, тебе обязательно нужно общаться со святыми личностями непосредственно. И тогда она задает ему вопрос очевидный: а как я могу их узнать, этих освобожденных личностей, по каким симптомам? И вот тут Капила Дев сейчас будет рассказывать о симптомах. Yeah, now you are listening to symptom, okay?
The one kirtan listen this sutta. После киртана Махарадж говорит. Качество такой личности будет терпение, титикшатха. Без терпения невозможно заниматься баджаном, невозможно заниматься, достичь своей цели. Если человек будет говорить правду, к нему придут тысячи препятствий. А если человек начнет заниматься баджаном, что на каждом шагу у него будут препятствия. Ужас. So, you know, he would drink alcohol, go to prestige place, go to playing gambling, doing any kind of nonsense thing, your family never telling anything. But you come to the spiritual life, put kanti tilak, what is the disease this thing coming? You know, what is this disease? You know, whole family figure go to opposite to you, you know. Why you are having very nice life, peaceful life, not going in a bad way, very spirit, but everybody become, you know, everybody enemy, the enemy you are. Говорит, посмотрите в своей жизни сами. Если вы захотите разгульной жизни, то никто вам препятствовать не будет. Захотели в казино, никто препятствий не будет. Захотели в публичный дом, никто препятствий не будет. А если вы вдруг отказываться начинаете от всего этого, если вы вдруг начнете заниматься чем-то духовным, то вся семья встанет в ополчение. Чем он у нас заболел? Как его нужно лечить? Как его нужно остановить и спасать от этого? И ты потом хоть и объясняйся, что ты хочешь спокойной, нормальной жизни. Тебя никто не поймет. Yeah, and this scripture telling even demigod also try to make your enemy. Yeah, telling, oh, this is the ordinary human being recommending bhajan, not the Goloka Vrindavan. The Goloka Vrindavan, very highest place of the whole planet, and their demigod saying very lower planet, you know. They are telling they are kept my their leg and their head and go to Goloka Vrindavan. They try to catch your leg also. They are pull your leg also. У правителей этого мира, полубоги называются, у них тоже возникнет чувство остановить вас, создать вам самые разнообразные препятствия в вашем, вашем мире. Зачем? Конечно, с другими побуждениями. Они-то знают, зачем занимаются баджаном. Они сами занимались своим баджаном, чтобы достигнуть своего положения. А тут обычный смертный будет сейчас собираться получить освобождение, фактически стать им на голову, кто там... какая-то маленький муравей, да, он сейчас собирается занять положение гораздо выше, чем они. И поэтому они тоже создают определенные препятствия, чтобы он не обошел их. Yeah. So, you know, so Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, you know, he is the established Gaudiya Math, you know, this is established our Mahapurusha Sangha, he is the first person. He made this Gaudiya Math, they are kept from ISKCON also came from there. So when he left body, just left body, he last instruction he gave to, you know, he last instruction calling this all devotees and Prabhupada telling Sat Lanchana, Sat Ganjana, Sat Apaman Sahakaregavi Harivajana Chodna Nahi. Understand? Mm-hmm. Sat Lanchana, mm-hmm. Sat Ganjana, Sat Apaman. There was some summon, but he never left this spiritual life. Well, one day, you know, one day, are you understand what I'm doing, you know? Somebody, people may be doing bhajan, somebody doing some opposite, you know? But one day you can understand what I want to get to you, you know? Mm-hmm. The spiritual thing. You never left this Hari Bhajan. You can left everything, but never left Hari Bhajan. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, великая личность, великий наш учитель, который пришел и подарил нам практичное знание для наших, для нашего уровня. Открыл Гаудия Мат, уходя из этого мира, дал свое наставление, которое все его ученики принимают как за главное. Шрила Прабхупада говорил, Саталанджина, Сатапанджина, он говорит, что бы с вами в жизни не происходило, кто бы вас не унижал, кто бы не оскорблял, какие бы препятствия не... Что бы ни случилось, ни при каких обстоятельствах, не останавливайтесь в том, чему я вас учил. И тогда вы непременно в определенный момент получите результат и будете благодарны.
But what happening when you follow the spiritual life, you know, if little bit become difficulty, you have not left everything. First you left your bhajan, you know. First left our head now, you know. You have the bhajan, Lord, why give this thing to me, you know. So to see the situation of our. Но у нас очень плачевное состояние. Несмотря на это, в жизни, на практике, когда с нами действительно случается что-то из ряда вон выходящее, первое, чего мы вдруг забываем делать, это перестаем заниматься баджаном. И у меня другие есть более важные дела, чтобы решить мои проблемы. И четки уйдут первые из наших рук. So then Hardas Thakur is chanting, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So when Hridayas Thakur is chanting the Muslim, you know, and when chanting this holy name, there is a Kaji, the Paji, you know, Kaji telling. If you chanting this holy name, you know, I can be punished to you, but what you give answer? If you in pieces to my body, you know, but never I am. Left this Harivajan never left. And 22 market, you know, try to beat to him in front of everybody. Well, how much they are, you know, beating that much loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Наш великий учитель воспевания святого имени Шрила Харидас Такур Намачарья учил нас, как нужно относиться к своим четкам, как нужно относиться к святому имени, к этой мантре, которую мы получили. Он родился мусульманином, и там запрещается повторять те или иные мантры. И сейчас царь просто велел его, Чангази Махарадж сказал, царь просто велел ему прекратить под страхом смерти. Он говорит, тебе нужно выбирать либо твоя жизнь, либо ты продолжаешь читать свою мантру. И Шрила Харидас Такур сказал, что даже если вы меня разрежете на 1000 кусочков, я все равно продолжу повторять Харе Кришна Маха мантру. И потом после этого его избивали на 22 торговых площадях, унося его тело с одной площади на другую площадь. Но он так и не остановился в своем баджане. And this Prahlad Maharaj, maybe you know, he is himself father, you know. When you do bhajan, himself, he father, he also, you know, not any ordinary person, he father himself tried to kill him. He throw the top of this hill, put the fire, fed the bhajan, put this osen, put the snake, front of this, this is the lion, but he never left this bhajan. One himself, Lord manifested today, they are looking this drama. Mm-hmm. Возьмите, например, жизнь принца Прохлады, который тоже показывал, с какой твердостью, упорством нужно совершать свой баджан. Его отец, величайший правитель того мира, того времени, Хиранья-Кашипу, что только не делал ради того, чтобы убить Прохладу. Он его поил самым сильным ядом. Ничего не действовало. Он его бросал с высочайшей скалы, с камнем, в мешке, в океан, чтобы тот утонул. Ничего не действовало. Он бросал его под стопы бешеных слонов. Ничего не действовало. Кипящим змеям ничего не действовало. Он его топил, сжигал, резал. Но Прохлада все равно не оставлял свой баджан. И поэтому всегда был под защитой. Эту историю сегодня мы посмотрим вечером. У нас будет спектакль, говорит Махарадж. Это будет драма, Это будет драма.